Копите баллы с молоду. С 1 января работает новая пенсионная формула. Она учитывает индивидуальный коэффициент. Теперь трудовой год человека оценивают так называемые пенсионные баллы. К выходу на заслуженный отдых их необходимо иметь от 30 и более, чтобы получить право на назначение страховой части. Но в полной мере все это начнет работать с 2025 года. Также теперь можно отказаться от накопительной составляющей пенсии. Это могут сделать все граждане, начиная с 1967 года рождения. Хочу отметить, что выбор варианта будет напрямую влиять на количество пенсионных баллов. Если гражданин формирует только страховую пенсию, максимальное количество баллов, которое он может заработать за год, это 10-10. Если гражданин формирует страховую и накопительную часть, то максимальное, сколько он может набрать баллов, это 6,25. Подробнее с принципами накопления баллов можно ознакомиться в пенсионном фонде. Также можно зарегистрироваться на сайте ведомства и создать электронный личный кабинет и отслеживать все процессы формирования будущей пенсии онлайн. С 1 января увеличился минимальный трудовой стаж для того, чтобы выйти на заслуженный отдых. Теперь необходимо официально проработать не менее 15 лет.